Здравствуйте, друзья! Неудачник Пикчерс совместно со всеми рыбаками города Новокузнецка и всех окрестностей приветствует вас на Верхней Терси. Что вам сказать? Прямо вообще вот я в удивлении. Посмотрите, сколько воды. Воды просто немерено. Вода идет по дороге, воды много. Какой-то мужичок вот там на Урале приехал, стоит он там внизу, что-то кидает. Откуда вода? Не пойму. Вода падает, по-моему. Вот судя по мокрости на камнях, то ли это от росы ночная, то ли упала вода. Но воды почему-то много. Уж не знаю я, от чего ее так много. Хотя может быть даже и не так, чтобы запредельно. Мужик кидает, не знаю, что, то ли блесну, то ли тирольку. Ну, по этой воде, не знаю, что он там ловит. Наша сегодня задача — перебраться на остров и обойти его. Но воды, еще раз повторюсь, много. Прямо как-то неприятно много. На неделе ребята знакомые были, половили хорошо. Надеюсь, я сегодня с рыбы буду. Мужичок кидает блесну. Видимо, пытается таймешку выловить. Не знаю, что уж у него там получится. Но вот кидает. Ну вот смотрим. Воды как бы немало. Совсем. Вон моя палочка стоит, которую в прошлый раз рубил. Воды немало. Ладно. Лезем в обход. Покидаем с этой стороны. Там переберемся. Есть там одно местечко у меня на примете, где можно пройти. Опа. Ну а пока что по кустам. Идем по кустам. Тут малина расцвела буйным цветом. Так. Теперь уже вот так легко-то не полазишь. Под ногами не очень видно. Все в траве. Надо внимательно идти. Можно где-то и навернуться. Ну, вон уже по пояс трава наросла. Ух-ух-ух. Сыро все. В России обещают сегодня плюс 30. Вот так вот. Сейчас вот я ехал, было плюс 12, а обещают плюс 30. Поэтому придется все себя скидывать днем. Но воды и правда очень много. Ладно. Посмотрим, что кого. Может, и поймаем чего. Ой. Вот смотрите. Воды много. Вот как я был в прошлый раз, вот так же и сейчас. За неделю вода вообще не упала. Вот прямо сантиметр в сантиметр. Что меня, честно говоря, очень удивляет. Откуда столько воды-то? Ну ладно, разматываем снасти. Что поймаю, расскажу.
Итак, друзья, у нас первый хариус. Смотрите, какой. Вот такой. Даже ниже ГОСТа. В нем сантиметров, наверное, ну, 17. Ой, что сказать. На реке воды много. И рыбы, похоже, нет. Где уж что-то его ловили, я не знаю. Но вот три было ударчика, и вот поймал. И ударчики тоже такие не особо интересные. Естественно, что мы с таким делаем? Конечно, мы его отпускаем. На, вот, плыви. Опа! Пока на реке вообще непонятно, что делать. Как на остров перебираться, тоже непонятно. Воды много. Воды как бы еще не больше, чем в прошлый раз. Вот там бревно лежит в воде, а рядом с ним маленький островочек. Должен быть. Но он сейчас под водой, там камушки проглядывают, но их нет над водой. Поэтому я, честно говоря, не знаю, что тут делать сейчас. Ну, конечно, попробую, половлю комаров в море. Комаров в море. Ну, я в растерянности. Куда податься? Куда податься? Сейчас, конечно, я переправлюсь вот туда, на штаны прямо. Покидаю вот в этой маленькой протоке. Там ямка хорошая есть, интересная. Ну, а потом буду думать, куда мне дальше двигаться. Пока что как-то вот все неинтересно в плане рыбалки. Ну ладно, друзья, увидимся позже. Так, друзья, у нас второй карапузик. От позора-то мы уходим, но так, такими мелкими шажками, что прямо кажется, что прям топчемся на месте. Поклевывает, постукивает. Ну вот второй только зацепился, и это совсем не радостный трофей. Смотрите, ну что это, разве рыба? Нельзя таких, конечно, брать. Мы их отпускаем. Вот он, наплыви, красавец. Опа. Да, вон он стоит прямо в воде. Да, вот такая вот сегодня печальная рыбалка. Не знаю, что пока делать. Ну ладно, пойду вот сейчас туда, вот, вот в ту проточку. Там покидаем, может, там что попадется. Здесь мелкий. Вот попался ГОСТовский. 20 сантиметров. Такого, в принципе, уже можно брать. Но вы же сами понимаете, что-то совсем маленький. Брать мы его не будем и отпустим в речку. Эк. Берем-берем. Сейчас мы его отпускать будем. Вот так, шмык и удрал. Ну, надеюсь, что здесь еще что-нибудь будет. И еще один салага тут же взялся. Наверное, тот же самый. Опять идет расти. Ну вот, попалось нечто похожее на рыбу. Хариус грамм 200 весом. Ну, наверное, под 30 сантиметров длиной. Вот он, красавчик. Долго же я кидал, прежде чем он попался. Ну вот, есть такие, значит, есть. Приятно ловить. Жаль, что мало. Ну ладно, половим, значит, еще. А вот, друзья, у нас мега хариус клюнул. Видите, какой? Ого! Гигант! Ой, даже кровь с него пошла. Это плохо. Ладно, сейчас отпускаю я его. Пусть живет. Ну, друзья, улов мой за полдня. Видите, какие красавцы есть. Симпатичные. Вот такие. Ничего так, рыбешечки. Хрюзяшки. Это все практически с одного места поймано. На всякие разные мухи брал. Половину, правда, пришлось выпустить. Мелкие. Ну и давых тут сейчас вот почищу, посчитаю, скажу сколько. Народ вот появился на речке, на лодках, так ходит. Значит, пока особо не ловит. Ну ладно, мы-то уже поймали.
Ха-ха. Видите? Друзьяшки. И еще полетел. Хаба. Со Стасом рыбачим. Моторочки тут ходят. Ух. Гоняет народ. Все цветет, красота. Весна. Огоньки. Прям вообще супер. Где-то была дорога. Нам дальше, вон там, на полянке она появится. Еще валежник, да. Идем на малую протоку.